Развивайте свое дело вместе с любимым каналом. У казанского стрелка, 19-летнего Ильназа Галивиева, убившего детей преподавателей в казанской гимназии номер 175, появилось множество фан-аккаунтов. Подростки создают с ним ролики и боготворят в комментариях внешность преступника. Короткие видео имеют десятки тысяч просмотров, а в комментариях юные зрители пытаются оправдать его поступок. В противовес фанатам активизировались борцы с поклонниками убийцы. Они считают, что распространение такого контента может сыграть плохую шутку с неокрепшей психикой несовершеннолетних. Лисан является одним из админов телеграм-канала, где публикует пост против зумеров, влюбленных в Ильназа, и их конспирологических теорий. Некоторые школьники считают, что стрелка подставили. Мы разоблачаем ложь фанатов Галивиева, романтизацию, подозрительные сборы, которые, вероятно, мошеннические. Рассказываем правдивую информацию о казанской трагедии. Они распространяют конспирологические теории о том, что Галивиев был не один, что были сообщники, секты. И также есть теория, что это заговор, что это все было подстроено, что Галивиев не виноват. То есть вот основная ложь их вот в этом. С самого начала сборов в каналах велась романтизация, то есть публиковались фанатские видео с Галивиевым, фотошопы, стикеры, буквально признание в любви. Хотят поздравить его с днем рождения, хотя 11 сентября – это 4 месяца с казанской трагедии. И так совпало, что это день рождения Галивиева. То есть их настолько не волнует судьба пострадавших, что они готовы праздновать его день рождения, и на пострадавших им просто наплевать. По словам Лисан, их деятельность приносит плоды. Некоторые участники фан-группы меняли свое мнение о Галивиеве и благодарят активистов. Напомним, 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. 19-летний Ильназ Галивиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии номер 175, убив 7 детей и 2 учительниц. Еще 24 человека пострадали. Галивиев арестован. На днях его этапировали из московской Бутырки в питерское СИЗО. Там он пройдет несколько дополнительных экспертиз. А что вы думаете по поводу деятельности борцов с фанатами Галивиева? Напишите в комментариях.